Народ, всем привет! Вы находитесь на канале Mad Geek Helper, у меня в руках смартфон Realme, и сегодня я расскажу вам, как настроить жестовое управление на ColorOS. Итак, для этого мы переходим в настройки. Далее находим пункт удобства, очень интересно называется. Итак, удобство, и здесь самая первая, кнопки навигации. Выбор довольно большой. Например, в самом первом пункте у нас написано двусторонние жесты и смахивания. По сути, это то же самое, что и в MIUI. Можете ее выбрать, если, например, вы перешли с Xiaomi. Жесты прокрутки. Здесь фактически то же самое, как и у Samsung на их One UI. Кроме всего, можете сами поднастроить. То есть, видите, пункт мы его выбрали. Далее есть еще 4 пункта. Это конкретно назад и с обеих сторон. Либо простые жесты, либо чтобы было назад справа, либо чтобы было назад слева. Как вам удобно. Делайте как хотите. Третий пункт — это виртуальные кнопки. В принципе, обычные кнопки, но вы можете переставить их так, как вам удобно. И четвертым пунктом, что самое интересное, здесь конкретно те же навигационные клавиши, как и в чистом Android с их переходом. Я не знаю, как правильно это назвать, но суть вы поняли. Выбор огромный. Надеюсь, вам помогла эта инструкция. Если да, обязательно поставь лайк и оставь комментарий. Все, пока!